Интересно живи! Смотри IBI TV! Всем привет! Вы смотрите IBI TV. С вами Манько Даша. Это программа «По дороге с IBI» и прогноз погоды для автолюбителей нашего города на сегодня. В Амстердаме плюс 22. Вы машину водите? Иногда да. Протяни микрофон папе. Иногда да. Что значит этот, вот этот знак? Надо улыбаться. Что этот знак значит? Осторожно, впереди шарики. Привет, меня зовут Костя, и вы смотрите IBI TV. Внимание, а вдруг вы попали в кадр? А вот этот знак что значит? Наверное, улыбнись водителю. Осторожно, воздушные шарики. Привет, вы смотрите IBI TV. С вами Саша Малькович. Это программа «По дороге с IBI». И прогноз погоды для автолюбителей нашего города на сегодня. В Пекине плюс 27. А что означает этот знак? Этот знак «Остановись и улыбнись». Выхода нет. Спасибо, до свидания. Порадуйтесь за тех, кто живет в Австралии. У них плюс 27. Да, мы водим машину. А вы знаете, что обозначает этот знак? Нет, не знаю. Ну, в красном квадрате это какой-то запрещающий знак. Но что конкретно, я не знаю. Что-то с улыбкой, наверное. Надо веселиться. Здравствуйте, я Стасик. Я все это снимал. Пока!